Всем привет, я Влад, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре охолощенный пистолет от компании Retay, и это Retay Extreme. Вот такой вот в зеленом цвете. Ну, выглядит на самом-то деле очень даже здорово. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, ну и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим видео в продвижении. Мы на вас надеемся. Итак, с комплекта начинаем. Поставляется он в таком вот пластиковом кейсе. Стандартная история. И помимо этого есть масло для ухода, ёршик для чистки, ну и, конечно же, паспорт изделия. То же самое, что и инструкция. Что ж, давайте посмотрим на пистолет поближе. Ну и, конечно же, обязательно постреляем и разберем его. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Модель изготавливается турецкой компанией Retay. При изготовлении используется высококачественный и современный сплав замак, ударостойкий полимер и легированная сталь. Из стали выполнен оружейный ствол, обработанный воронением с целью защиты от появления коррозионных процессов на протяжении всего срока использования. Рамка и пистолетная рукоять сделаны из ударопрочного полимера. Длина пистолета 180 мм, вес 870 грамм. В пистолете также присутствует функция неполной разборки-сборки. Что же нужно для стрельбы из этого пистолета? А тут все просто. Вот такие светошумовые патроны типа 9 мм ПАК, которые заряжаются, конечно же, в магазин. Для извлечения нажимаем кнопку на левой стороне рукояти. Такой черный металлический магазин, рассчитанный, кстати говоря, на 10 тех самых патронов. Все правильно. Пистолет, конечно же, встает на затворную задержку. И чтобы с нее снять, нужно воспользоваться вот этой клавишей. Все очень даже стандартно. В остальном же, да, взводите, ну и уже начинаете стрелять. Помимо этого, есть предохранитель. Он находится на левой стороне корпуса. Поднимаете и все, соответственно, не пострелять. Ну а если опустить, то пострелять. Также, да, есть стандартные прицельные приспособления. Но смысла в них нет, то есть они по большому счету, ну это просто ради того, чтобы пистолет визуально выглядел хорошо. Без них было бы как бы куца на самом деле, а так целиться некуда. Ствол заштифтован, и единственное, что из него будет выходить, это пороховые газы. Поэтому ни в коем случае не направляйте в лицо или еще куда-либо. Держите всегда эту мысль в голове. Ну что ж, а теперь давайте уже и постреляем с него. Если после увиденного сейчас у вас возник вопрос, а где взять-то его, так а давайте я и подскажу. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на этот замечательный пистолет подходит к концу. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как он вам, или задавайте свои вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров.